Ваш компьютер начал издавать неприятные звуки. То есть жужжать. Как эти неприятные звуки вы можете удалить самостоятельно, без всякой подготовки? Это может сделать даже ребенок. Если вовремя не почистить вентилятор, со временем он заклинит, и ваш компьютер сорит от перегрева деталей. Удалимся от всех этих микросхем и посмотрим на компьютер сдалека. То есть как незнайка. Это устройство состоит из механических узлов, в которые входят кнопки, разъемы и вентиляторы, и электронных всякообразных устройств, по которым проходит ток, и согласно законам физики, из-за этого эти детали нагреваются. Для того, чтобы охладить эти нагреваемые узлы, применяются вентиляторы. В ноутбуке имеется один вентилятор. И если электроны проходят по деталям беззвучно, соответственно, неприятный звук, который мы слышим при работе компьютера, исходит от механического устройства вентилятора. Главной причиной появления этого звука является запыленность вентилятора. Отключаем от сети компьютер, даем максимум времени 2 минуты для разрядки электронных устройств, конденсаторы и тому подобное. Раскручиваем шурупы на задней панели. Лучше всего детали необходимо продувать небольшим давлением. Для этой цели я использую ингалятор. Если нет компрессора, можно использовать пылесос. При этом всас пылесоса необходимо держать примерно сантиметра 2-3 от деталей. Но если у вас даже и пылесоса нет, можете просто взять трубочку, чтобы продуть всю пыль. Но после применения такой трубочки необходимо применить вентилятор. То есть обдуть нашу поверхность вентилятора от избытка влаги. Раз мы сюда добрались, необходимо продуть все отверстия, в которые входит и выходит воздух. Видите, сколько пыли. Таким же методом я очищаю пыль от вентиляторов и в стационарном компьютере.
Кого заинтересовали такие интересные и простые работы по домоводству, могут подписаться на этот канал. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего. До новых встреч.